Всем привет! Снимаю распаковку посылки от магазина Мэлоопт. Так, вот эта посылка, я ее уже открыла. Смотрим, что внутри. Накладная, конечно же. Там перечислены будут все товары. Стоимость, общая сумма. Ну, в общем, накладная. Все товары, каждый товар отдельно запакован в такой целлофановый пакетик. Это не очень нравится, потому что это не очень эко-дружественно, но есть что есть. Еще я заказала себе вот такие бархатные мешочки, чтобы паковать свои товары, которые я продаю для покупателей. Мне очень нравятся мешочки, качество хорошее, классный материал, ну и выглядит вообще достойно. Вот у меня еще здесь альгинатные маски. Вот эту я уже пробовала, очень классная. Ну, прям, мне кажется, что я с первого раза заметила результат. Молекулярные пептиды. И вот эту я еще не пробовала. Но альгинатные маски всегда хорошие. В Мэлоопт я уже заказывала другие какие-то, и у меня ни претензий к ним никаких нет. Альгинатные маски — это супер средство. Так, и последнее — это бумажные пакеты, конверты, не знаю, как их назвать. Я тоже заказала на пробу несколько штук, чтобы посмотреть, как цвета выглядят в реале. Я хочу их использовать тоже для упаковки своих товаров. Очень мне нравится. Мне нравятся такие конвертики, они недорогие, то есть они там меньше гривны стоят. И выглядят непретенциозно, и в них хорошо паковать какие-нибудь там, например, мыло или какие-то крема в баночках. И выглядят прилично, достойно, мне нравится. И цвета такие классные, приглушенные. Вот я уже вижу, что вот этот свекольный подходит под цвета моего бренда. Так что я смогу их использовать. Классные пакетики. На этом все. Спасибо за внимание. Это была распаковка посылки от магазина Мэлоопт.